Приветствую вас, аноним. Я думаю, что для начала неплохо было бы понять вам для себя, что именно, что конкретно вы хотите в себе побороть. То есть, ну вот, серьезно, что именно вы хотите побороть? Вы хотите побороть в себе, там, допустим, стеснение, хотите побороть в себе какие-то, не знаю, может быть, мысли какие-то, может быть, переживания какие-то, что вы хотите побороть в себе? То есть, непонятно, о чем вы здесь говорите. Дальше, значит, ну, смотрите, вы пишете, что встречаетесь недолго, еще около 2 месяцев, и что отношения сразу стали интимными. Я не имею ничего против этого, просто не хочу сказать, наверное, что мужчина сам по себе, он вот такой человек, видимо, что ему... Ну, что вы ему не важны, не совсем важны вы ему, как лично, вот. Вы ему больше важны, как, ну, как сексуальный партнер, я так полагаю, вот. Поэтому я думаю, что ничего удивительного в этом нет. То, что он воспринял это так, вам, опять же, очень желательно здесь определиться с тем, каких конкретно отношений вы вообще хотите и ждете от мужчины, да, ну, от мужчины. То есть я прекрасно понимаю, что у вас давно не было мужчины, что... Ну, что вы там могли, к примеру, и соскучиться по мужчине, да, и я прекрасно понимал, что вам хочется секса, это все это безусловно понятно. Вот. А момент здесь на самом деле немножко в другом. А именно в том, чего вы ожидаете? Чего вы ожидаете от человека? Вот. Вы знаете, как, понимаете, как, какая штука? Вот. То есть, если вы ждете от человека, там, какого-то вот, ну, какого-то отношения к себе более духовного, что нет, скорее всего, он вам, ну, такого отношения не даст, потому что не те у вас отношения, вот. То есть, если вы хотите с ним иметь близкие отношения, что в целом вполне себе нормально, ну, то в таком случае, да, это ваша особенность организма, и... Тут, ну, ничего страшного не произошло, вот. То есть, опять же, как бы, в каком контексте это случилось, тоже, мне кажется, не лишним было бы разобрать. То есть, это было от возбуждения чересчур, или это было просто бесконтрольно. Вот почитать про то, что мой коллега вам порекомендовал, тоже можно и нужно, вот. То есть, очевидно, что вы просто мыслите некоторым шаблоном, да, то есть шаблоном, как вот все должно быть, как должны протекать отношения, там, вот, к примеру, ну, к примеру, ваши отношения между мужчинами, ну, между вами и мужчиной, вот.
И есть некий шаблон. То этот мужчина отреагировал на это достаточно негативно, для вас оказалось, ну, болезненно. Вот. И, соответственно, нужно понять причину этой болезненности. Аноним. Понимаете? То есть вот то, что вы описываете, вот вы говорите, что мне было очень стыдно и стыдно до сих пор. Вот это вот стыд, это и есть непринятие себя, это и есть непринятие своих особенностей организма в том числе, Понимаете? Вот. И на это стоит обратить внимание. Самое пристальное внимание. Потому что это вы. Вот, и ничего плохого, да, вы не сделали. Абсолютно. Но вы это и так знаете. А вот стыд — это не принятие себя. К сожалению, Вот. Поэтому, на мой взгляд, тут вот только так. То есть, на мой взгляд, тут именно вот движение в сторону принятия себя. И в сторону выработки соответствующего отношения к мужчине. Потому что он не очень, он не очень ценностно к вам относится, на мой взгляд, раз он может позволить себе вас обозвать. Вот. Понимаете, какая штука? Может, ему самому потом понравилось и так далее. То есть это можно и нужно воспринимать как некий такой опыт, некую такую изюминку, вот, и не пытаться втиснуть секс в какие-то вот рамки, строгие рамки, потому что ничего хорошего за этим не будет никогда. Дальше, значит, так, вот мужчина меня обозвал, сказал, что очень плохо, что не контролирует себя, так что вы сексе должны себя контролировать или что? Потом попытался это все сгладить, как? Но мне до сих пор не по себе из-за чего, не представляю, как теперь перебороть себя. Перебороть себя в чем? Он снова настраивает на встречу, я просто не представляю, если это повторится опять. Ну так, вы что, предлагаете опять в сексе не расслабляться или что? То есть, ну, вы это вот, что именно перебороть, короче говоря, вы хотите? Вот. Не очень понятно, что именно вы хотите перебороть. Если желание, допустим, свое желание, сексуальное желание, то это один момент, если именно вот, ну, если именно сексуальное желание вы хотите перебороть, то это одно. Если вы хотите там, ну, что-то другое, да, перебороть, например, стыд, то это другое, если вы стыд хотите перебороть, если именно стыд, то это другое. Понимаете, какая штука? Так что, более четко постарайтесь, пожалуйста, сформулировать запрос. Вот. Но с точки зрения психотерапии, в первую очередь работать нужно именно с тем, что вы испытали стыд.
испытали стыд за то, ну, по факту, за то, что является абсолютно естественным и нормальным. Вот. И это означает, что у вас нет вот полного принятия своего тела, своего организма, своих особенностей организма и так далее. И вот в том, чтобы принять это и принять себя, является одной из ваших задач, то, чтобы принять себя и принять себя и свой организм, свое тело. Вот. С другой стороны, есть момент, что вы отношения выстраиваете все-таки больше основанные, ну, вы выстраиваете свои отношения, больше основываясь на таких, судя по всему, вещах, как использование друг друга. Вот. То есть это не любовные отношения в прямом смысле этого слова. Вот, это не эмоциональные отношения, понимаете, какая штука, вот, и мне кажется, что этот момент тоже сбрасывать со счетов нельзя, вот, на мой взгляд, по крайней мере, нельзя отбрасывать этот момент со счетов. Вот. То есть, если вам кажется, что мужчина по отношению к вам поступил неприемлемо, да, то, опять же, это к нему претензии, не к вам. Но мог ли он поступить по-другому, должен был ли он поступить по-другому, это тоже вопрос, на который вам стоит ответить. Ну, подумать, тот вопрос, о котором вам стоит тоже подумать, потому что вполне возможно, что ваши ожидания от человека, они были изначально как-то вот завышенные, может быть, да, вот, хотя я не говорю это, это однозначная уверенность, я не говорю это, но, тем не менее, вот примерно так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было полезно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.